Приветствую вас на своем канале. В сегодняшнем видео я вам хочу показать, как делать вот такие пинеточки сапожки в виде героя мультфильма Беззубика. Как вы видите, связаны они с детальками, то есть с ушками, с рожками. Боковые я не стала делать для того, чтобы при ходьбе не терлись и было очень удобно. Я сделала украшение глазки и носик, то есть вот такие вот две пуговички. Эти сапожки у меня отстегиваются. Заправляется, так скажем, ножка детская и застегивается. Фиксировать можно пуговичку на любом расстоянии, то есть в зависимости от обхвата детской ножки. Можно сделать на глаз, то есть получится именно как сапожки, независимо от детской ножки. Можно носить такие сапожки как на носочек, так и на голову, в принципе, ножку, думаю. Здесь двойная подошвочка, мы будем вязать двойную подошву, она... Я так думаю, что продержится максимально долго. Я вязала эти пинеточки из хлопка с добавлением полиэстера. Вы хотите, можете вязать полушерстяные, либо какие-то более тепленькие, если это именно должно быть в качестве носочков, то есть греть или в садик, к примеру. Размеры у меня рассчитаны на... приблизительно девочку 3-5 лет, в зависимости от размера ножки. Конечно же, почему такая разница? Потому что сейчас детки есть и маленькие, есть и большие, поэтому вы уже смотрите по своему ребенку. Я такой размер вязала и на 2 годика для мальчика. Поэтому, если у вас мальчик, то, конечно же, возраст уменьшается уже. Вот. И также я вот такие вот пуговички взяла, 4 штучки по 2 на каждом сапожке. И подошвочка у меня по сантиметрам получилась 18 сантиметров, это если брать только подошву. Ну, где-то приблизительно на ножку сантиметров 16-17, то есть уже там смотрите под носочек. И, конечно же, зависит от вашего плотности вязания, зависит от материала, который вы берете, зависит от номера крючка. В общем, очень-очень многие факторы зависят. Поэтому вы, связав подошвочку, измеряете ее, а тогда продолжаете, отталкиваясь от нее, уже вязать эту пинеточку. В общем, если вам понравилось, обязательно ставьте лайки, комментируйте и присоединяйтесь. Будем вязать вместе. Начнем мы вязать с подошвы. Поэтому делаем цепочку из 28 воздушных петелек. Делаем начальную цепочку, закрепляем первую воздушную петельку. Она у меня будет считаться первой в счете 28. Если же вы начинаете со следующей, то начинаете, опять же, отчет тоже со следующей. Итак, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Набрали цепочку из 28 воздушных петелек. Теперь делаем 3 петельки подъема. 1, 2, 3. И вот в эту 28 петельку, то есть 4 петельку от крючка, делаем столбик с одним накидом. Вот это наша первая рабочая петелька. 3 воздушные петли подъема заменяют нам столбик с накидом. И мы сделали еще один столбик с накидом. Всего нам нужно сделать 6, поэтому довязываем еще 4 столбика с одним накидом сюда же, в эту же петелечку. Итак, делаем накид. 3 столбик, накид. 4 столбик, накид. 5 столбик и накид. 6 столбик. Мне сразу удобно начинать с прибавлений. То есть с поворота, скажем так. Можно разделить было эти 6 петелек на 2 этапа, но мне нравится сразу. И продолжаем дальше вязать. Вот они наши петельки воздушные. Продолжаем в каждую петельку по столбику. Всего у нас должно получиться 27 столбиков с одним накидом. Итак, находим первую петельку и начинаем провязывать. Накид, первый столбик, накид. Следующую петелечку, второй столбик. Накид, третий столбик. Накид, 4 столбик, накид, 5 столбик, накид, 6 столбик, 7 столбик, 8 столбик, 9 столбик, 10 столбик и так далее до 27
столбика с одним накидом. Я довязываю 26 столбик с накидом и следующую петельку, последнюю, 27 столбик. Провязали 27 столбиков и находим вот эту петельку последнего столбика. Сюда нам нужно еще провязать 5 столбиков с одним накидом, поэтому провязываем сюда второй столбик, третий столбик, четвертый, пятый, и получается с 27 столбиком 6 столбик. То есть смотрите, мы вначале начали провязывать 6 столбиков с одним накидом, и в конце мы провязали в одну петельку 6 столбиков с одним накидом. У нас получилось как бы такое вот закругление. Посмотрите, то есть в начале и в конце. Теперь у нас получается вот этот кончик при наборе петелек. Мы его кладем на вязание, то есть на наши петельки рабочие, которые мы сейчас будем провязывать. Вот так вот. Делаем накид и находим первую петельку. Вот здесь вот она у нас. Она у нас может быть немножечко затянутая, ничего страшного. Провязываем в нее столбик с одним накидом. При этом мы постепенно прячем вот этот вот кончик при наборе ниточки нашей, цепочки. Итак, начиная с первого столбика, нам нужно провязать снова 27 столбиков с одним накидом, как и в первый раз. То есть мы нашли первую петелечку, провязали столбик, далее следующую петелечку, второй столбик, делаем накид в следующую петелечку, третий столбик, делаем накид в следующую петелечку, столбик. И получается, мы провязываем постепенно, то есть я провязала 4 столбика, у меня черная ниточка, не очень хорошо видно, 4 столбика после 6 столбиков в одну петлю. И продолжаю дальше провязывать 5 столбик, 6 и так далее. То есть просто в каждую петелек вот этой вот цепочки уже провязанных столбиков мы провяжем 27 столбиков с одним накидом. Итак, я провязываю 26 столбик. И в последнюю петельку вот 27 столбик. Теперь у меня идут 3 петли подъема. Мы находим третью петелечку и в нее делаем соединительный столбик. Вот так вот мы обвязали нашу цепочку. Теперь, так как мы постепенно прятали кончик вот этот сзади, мы можем лишнее обрезать, чтобы оно нам не мешало больше. И теперь мы продолжаем провязывать нашу подошвочку. Итак, вставляем снова крючок и теперь делаем 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. Делаем накид и сюда же в петлю основания воздушной цепочки подъема делаем столбик с одним накидом. Таким образом, мы с вами провязали 2 столбика с одним накидом. Как я вам уже говорила, 3 петли подъема нам всегда будут замещать столбик с одним накидом. Поэтому у нас получилась сразу же прибавка. Следующую петелечку провяжем тоже прибавление, то есть 2 столбика с одним накидом в одну петелечку. Следующую петелечку провяжем прибавление 2 столбика с одним накидом. Первый столбик и второй столбик. То есть это мы сделали 3 прибавления. Теперь делаем накид, делаем четвертое прибавление 2 столбика с одним накидом в одну петелечку. Пятое прибавление 2 столбика с одним накидом. И последнее, шестое. Прибавление 2 столбика с одним накидом в одну петелечку. То есть мы в 6 петелек подряд, получается, сделали 6 прибавлений. Сделали 3 воздушные петли, столбик, это первое прибавление, 2 столбика в следующую петлю, 2 столбика в следующую петлю, то есть 6 прибавлений подряд. Мы сделали такой бы как кружочек, то есть округлили. Снова сделали прибавление. И теперь мы провяжем просто по столбику в каждую петелечку 14 раз. То есть провяжем подряд 14 столбиков с одним накидом. Итак, находим следующую петелечку после прибавления и провязываем сюда столбик первый. Далее делаем накид в следующую петелечку столбик второй, накид в следующую петелечку третий, далее четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый и последний 14 столбик с одним накидом. Провязали 14 столбиков, теперь нам нужно провязать
13 столбиков, но обратите внимание, мы вязали с вами все столбики всегда с одним накидом. Сейчас мы провяжем 13 столбиков без накида. То есть без каких-либо переходов сразу берем, вставляем крючок в петелечку и провязываем столбик без накида. Первый столбик, далее второй столбик без накида, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый и последний, 13-й столбик мы провязали подряд без накида. Как и в начале, нам нужно сделать в конце закругление. То есть это у нас в начале вывязывается мысочек, здесь у нас пяточка. Должны сделать прибавление. Так как мы вязали столбики без накида, то и прибавления у нас будут столбиками без накида. Нам нужно сделать, как и в начале, 6 прибавлений подряд. Поэтому провяжем первую петелечку 2 столбика без накида, первое прибавление. Следующую петелечку второе прибавление 2 столбика без накида. Далее следующую третье прибавление 2 столбика без накида. Следующую четвертое прибавление 2 столбика без накида. Следующую пятое прибавление 2 столбика без накида. И последнее шестое прибавление 2 столбика без накида. Мы сделали снова округление. И вышли на ровное вязание. По ровному вязанию мы будем зеркально отображать первую вот эту вот нашу линию. Поэтому мы провязывали 13 столбиков без накида, затем закругляли. Значит, сейчас мы после закругления снова провяжем 13 столбиков без накида. Начинаем отсчитывать. Один столбик, далее в следующую второй, в следующую третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый и последний 13-й столбик без накида. В начале после округления первого мы делали 14 столбиков с одним накидом, поэтому делаем накид и без каких-либо переходов в следующую петелечку провязываем столбик с одним накидом. Первый, далее в следующую петелечку второй, следующую третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый. И 14 мы провяжем в петельку основания. У нас здесь 3 воздушные петли. Мы сюда провяжем 14 столбик. Теперь находим третью воздушную петелечку подъема. 1, 2, 3. В нее делаем соединительный столбик. Мы с вами замкнули, провязали второй ряд. Вот получается, видите, на увеличение благодаря столбикам с накидом в начале мыска. И наша пяточка, которая идет немножечко уже. Теперь мы снова делаем 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. Делаем накид и в следующую петелечку провяжем столбик с одним накидом. Нам нужно подряд сейчас сделать 3 прибавления. По 2 столбика с одним накидом в каждую последующую петлю 3 раза. Итак, первая петелечка 2 столбика с одним накидом. Вторая петелечка, 2 столбика с одним накидом в одну петлю. И третья, последняя прибавочка, 2 столбика с одним накидом в одну петелечку. Сделали 3 прибавления, теперь делаем накид. В следующую петелечку провяжем просто столбик с одним накидом. Снова делаем накид, в следующую петелечку делаем столбик с одним накидом. То есть мы сделали 3 прибавления, теперь по столбику в 2 петелечки. Теперь снова делаем 3 прибавления, то есть в зеркальном отображении, поэтому делаем накид и в первую петелечку после столбиков делаем 2 столбика с одним накидом. В следующую петелечку во вторую делаем 2 столбика с одним накидом. И в следующую петелечку прибавляем 2 столбика, делаем с одним накидом. То есть мы как начали делать прибавления по 3 прибавочки в начале, так и здесь мы сделали после 2 столбиков 3 прибавочки в конце. Теперь нам нужно провязать
вот эту вот полосочку, то есть как бы длину нашей подошвочки. Поэтому мы провяжем подряд 30 столбиков с одним накидом. То есть у нас уже не будет перехода на столбики без накида, просто мы провяжем столбиками с накидом. Поэтому делаем накид из первой петелечки, начинаем отсчитывать 30 столбиков с накидом. 1, 2 столбик, в следующую петелечку 3, в следующую 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. То есть я просто вяжу по столбику с одним накидом в каждую петелечку, независимо над столбиком с накидом или над столбиком без накида в предыдущем ряду. Мы провязали 10, и я продолжаю до 30 провязывать. Я думаю, что здесь ничего абсолютно сложного нету. Главное, не запутайтесь, считайте столбики. 29 столбик у меня и 30 последний столбик с одним накидом. Теперь аналогично мыску нам нужно на пяточке сделать прибавление. Поэтому мы сейчас делаем 3 прибавления подряд, то есть в 3 петелечки, в каждую из них по 2 столбика с одним накидом. Итак, начинаем в первую петелечку 2 столбика с одним накидом. Во вторую петелечку делаем накид и 2 столбика провязываем с одним накидом. И в третью петелечку 2 столбика с одним накидом. Затем мы с вами провязывали 2 столбика с одним накидом в каждую из петелечек по столбику. Первый раз и далее второй раз. И теперь зеркально отображаем 3 прибавочки подряд. То есть теперь снова провяжем в каждую из 3 петелечек по 2 столбика с одним накидом. Первую сделали прибавочку, затем в следующую петелечку 2 столбика, вторую прибавочку. И в третью петелечку 2 столбика, третью прибавочку столбиков с одним накидом. И довяжем до конца 30 столбиков с одним накидом. То есть делаем накид и в каждую последующую петелечку провяжем по столбику. Первый раз, затем второй столбик, второй раз, третий столбик, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый. И так вяжите до конца. Я думаю, что здесь ничего сложного нет. Просто в каждую петелечку провязываете по столбику с одним накидом. 29 и последний столбик с накидом 30. Теперь нахожу третью петелечку подъема и делаю соединительный столбик в нее. Теперь нам нужно сделать снова 3 воздушные петелечки. 1, 2, 3. Делаем накид и подряд делаем 3 столбика с одним накидом. То есть в следующую петелечку вводим крючок, сделали столбик. В следующую вводим крючок, сделали столбик. И в следующую. Так получается у нас вместе с петлями воздушными тремя 4 столбика с накидом. Теперь делаем 4 подряд прибавления. То есть в первую петелечку делаем 2 столбика с одним накидом. Затем во вторую петелечку делаем 2 столбика с одним накидом. Третью 2 столбика и в четвертую 2 столбика, то есть 4 подряд петельки. Теперь делаем накид и 2 столбика мы провяжем в разные петельки, то есть в одну петельку и в следующую петельку по одному столбику. Теперь снова делаем 4 прибавления, делаем накид и в следующую петелечку провязываем 2 столбика с одним накидом, 1 столбик сюда же второй. Следующую петелечку 1, сюда же 2, третью петелечку 1 столбик, сюда же 2, и в четвертую петелечку 1 столбик и сюда же 2 столбик. Теперь нам нужно провязать 34 столбика с накидом, то есть в одну петелечку 1 столбик, так 34 раза. Первый столбик, следующий второй столбик, следующий третий столбик, четвертый столбик, пятый столбик, то есть 34 столбика. 33 столбик и последний 34 столбик. Провязали наши столбики и теперь аналогично мыску мы сделаем 4 прибавления, 2 столбика, 4 прибавления. Делаем накид
И в первую петельку, то есть уже по счету 35 петелька у нас от столбиков, делаем 2 столбика с одним накидом один раз, затем в следующую 2 столбика с одним накидом второй раз, 2 столбика с накидом третий раз и 2 столбика с накидом четвертый раз. Затем провязываем 2 столбика с накидом в разные петельки, то есть сначала один столбик в одну петлю, в следующую петлю второй столбик. И 4 столбика прибавлений, то есть по 2 столбика в каждую петелечку. Первый раз, затем делаем накид второй раз, затем делаем накид третий раз, прибавочка по 2 столбика. И последняя прибавочка, 2 столбика в одну петлю, четвертый раз. И нам нужно довязать в каждую петелечку по столбику до конца этого ряда. То есть у меня это 32 столбика с накидом. Делаем накид в первую петелечку, столбик первый, затем во вторую второй, в третью третий, затем четвертый, пятый. И так до конца ряда. Шестой, седьмой, 31 и 32 последний столбик. Третью петлю подъема, соединительный столбик. Теперь делаем одну воздушную петлю подъема и начинаем провязывать полностью целый ряд, обвязывать столбиками без накида. Начинаем с первой петелечки столбик и так далее. В следующую петелечку столбик без накида. Обратите внимание, мы вязали все время с накидом и обвязываем столбиком без накида. Таких столбиков мы должны довязать полностью по всей окружности, то есть как бы обвязываем полностью вот так вот до начала этого ряда. Просто без каких-либо изменений по столбику в каждую петелечку. Вот так вот обвязываем полностью столбиками без накида. 105 и 106. У меня получилось 106 столбиков без накида. Я делаю соединительный столбик вот здесь вот в первую петелечку. У меня получилась вот такая вот подошвочка. Сейчас я возьму сантиметр, скажу вам, сколько она получилась по сантиметрам. Вот, если ее разровнять от начала до пяточки, получилось 18 сантиметров. Там минус 1 может быть миллиметр, плюс 1. Это с моей плотностью вязания. То есть 18 сантиметров наша подошвочка отдельно. Теперь берем, отрезаем ниточку, заправляем кончик на изнаночную сторону, то есть вот так вот вытягиваем, и здесь заправляем кончик. Какие-то, либо если у вас присоединения были, обязательно заправьте кончики на вот этой вот изнаночной стороне. Лицевая сторона у вас должна быть вот такой вот красивенькой и гладенькой. Теперь смотрите, вот такие детальки вам нужно связать 4 штучки. Это для тех, кто хочет вязать более плотную подошвочку. Если вам достаточно вот такой вот толщины, пожалуйста, пусть у вас будет 2 подошвочки, то есть одинарная. У меня она будет двойная, поэтому я буду вязать 4 подошвы. И когда мы довяжем 4 подошвочки, мы встретимся с вами во второй части, где продолжим вязать нашу пинеточку.